Всем привет, ребята! Подходит время для подготовки деток к тестированию для приема в школы и гимназии. Сегодня я хочу показать вам подборку вопросов, самых частых вопросов при поступлении в школу, гимназию. Скачивайте эту подборку на телеграм-канале совершенно бесплатно. Говорить особо нечего, надо читать и задавать вопросы деткам, все повторять, чтобы на тестировании ребенок не потерялся. Это первая часть вопросов из 30 частей. За месяц мы должны все пройти. До следующих заданий!